Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас рубрика «Само совершенство». Будем с вами тестировать новинки, выходят за лицом. Итак, поехали. У меня будет утренний уход, но его, в принципе, можно использовать и вечером. У нас такие средства здесь будут мега универсальные. Будем вместе с вами тестировать рябиновый пилинг от Агафьи из Фикса. Без вас прям не пробовала, все вместе с вами. Покажу вам любимый свой крем именно на день сейчас, еще на теплую осень. Итак, поехали. С чего начинается любой уход? Правильно, с очищения. У меня это будет любимый жемчужный крем ICUL. Артикул 03. 97. И мой любимый гаджет — щеточка Rediskin Octa. Вообще уникальный прибор, где две стороны абсолютно независимо друг от друга работают и располагаются. Первая у нас с вами глубокое очищение, а вторая — омоложение. Собственно говоря, с очищения мы и будем начинать. Здесь вот такая силиконовая щеточка, она вибрирует. Есть три режима нажатием кнопки. Мы с вами регулируем, какой мы хотим: ежедневный уход, либо глубокое очищение. И щеточка создает ионы, которые вытягивают загрязнения даже самых глубоких слоев кожи и нейтрализует их на поверхности. То есть это максимально эффективная процедура для качественного очищения. Обожаю. Наносим. Так, сначала нам нужно намочить лицо, потому что у нас этот жемчужный крем ICUL, он пенится только при достаточном количестве воды. Я наношу прям совсем немножко, потому что пенится хорошо. Можно и в руках распенить, нанести. Я делаю по-всякому. Щеточку тоже обязательно мочу, у нее водонепроницаемый корпус, ее можно мыть под струей воды, пользоваться в душе, как в душе угодно. Я люблю второй режим. Вот у нас первый, второй, и еще есть третий, самый-самый-самый-самый-самый. Перед пилингом нам нужно хорошо почистить кожу, чем мы, собственно говоря, и займемся. Щеточка тоже очень здорово вспенивает любые средства. Я предпочитаю даже очищение делать по массажным линиям, потому что идет такая легкая вибрация, помимо всего прочего, еще и здоровский лифтинг-эффект за счет вот этой вибрации массажа и наших правильных движений. И подтяжка, и в общем все в одном. И лимфодренаж. Вот. Видите, пенится все просто и заметно. Просто нужно необходимое количество водички. Здесь есть таймер, через 2 минуты она выключается, и мы с вами умываемся. Готово. Уже после одного очищения, очищение личика выглядит прям вот максимально свежим. Тон выровнялся. Очищенная красота. Прям обожаю. Прям сразу вот отеки подгоняются, лимфодренаж круто идет. Так, что мы делаем с вами дальше? Дальше я хочу сразу сделать массаж. Да, так можно. То есть иногда я прибегаю к массажу после нанесения уже крема, уже как завершающий этап, но иногда люблю делать его именно перед какими-либо процедурами, перед масками, перед пилингами, потому что тогда они будут наиболее эффективными. Мы сейчас с вами разогреем наши мышцы. Можно делать EMS-массаж, здесь инфракрасное излучение, тепло, за счет тепла, за счет вибрации идет очень крутой омолаживающий эффект. Можно делать такой массаж, как со специальными гелями, то есть они прям вот есть специальные, а можно делать и после своего привычного ухода. Я нанесу гель, который я буду потом смывать. И потом уже будем приступать с вами к дальнейшим ходовым процедурам. Мы наносим для чего гель или делаем после каких-то сывороток этот массаж, чтобы лучше пропускались токи. Здесь три режима. Красный – это омолаживающий эффект, красное свечение. Зеленый – это борьба с пигментацией, что тоже очень круто работает. И голубое свечение – это завершающий уже этап. Вместе с зеленым идет на охлаждение, на очищение наших с вами пор, нашего с вами личика. Сейчас мы будем использовать второй режим, он мне нравится больше всего. Если первый у нас просто массаж с помощью тепла и массаж с помощью просто, не просто, токов, то второй режим, он еще и с вибрацией. То есть три в одном, комбо прям. Начинаем тихонечко по массажным линиям. Щеточка вибрирует. Двигаться снизу вверх, вот таким вот образом. Очень ощутимые покалывания, то есть вы чувствуете ток, вы его действительно чувствуете, но так и должно быть, он работает с нашим лицом. Вот таким образом, по массажным линиям мы проходимся везде, особенно овал лица, то есть все ощутимо, но вполне комфортно, терпимо, скажем так. Токи
Токи – это вообще сила, девчонки, это сила. Так как токи мышцы лица не разомнет ни один массаж. Они проникают глубоко, разминают, оживляют наши мышцы, чтобы они снова начали работать, подтягивать наше личико, формировать, подтягивать наш овал лица. Поэтому по мышцам проходимся, по этим особенно хорошо. Вообще процедура очень приятная. Ну, мне нравится, как потом ощущает себя лицо, то есть мышцы такие расслабленные. И не забываем про декольте посерединке вверх, и по бокам вот эти мышцы обязательно, девчонки, проходимся, потому что они тоже отвечают за подтяжку лица. Шея с лицом, все едино. Прям вот хорошо по ним проходимся. А, тоже есть таймер, он через 2 минутки сработает. Мы приступим к следующему этапу. Вот все, он сработал. Теперь третий режим. Вот третий режим как раз попеременное идет свечение зеленого и синего цвета. Сейчас лицо разогрелось, я прям чувствую, оно такое тепленькое. То есть здесь хорошее такое тепло. Оно приятное, оно комфортное, но оно ощутимое. То есть, ну сколько тут градусов, я не знаю, девчонки. Ну больше температуры тела, градусов 40 где-то. Вот. До такого состояния нагревается эта поверхность. Следующий режим у нас третий с вами. Мы 3 раза нажимаем на кнопочку и начинаем проходиться по всему личику. Он успокаивает, третий режим, нашу кожу, борется с пигментацией и дополнительное очищение. А еще синий режим отвечает за выработку коллагена, естественного коллагена в вашей коже. То есть у нас с вами идет непрерывный процесс омоложения. Также режим рассчитан на 2 минуты, сработает таймер, и прибор выключится. Здесь уже поверхность холодная, то есть она прям холодная-холодная, очень резкость теплого режима, она охлаждается, вот можно подсогнать отеки, а никакие патчи уже не использовать. Вот он прибор, пожалуйста. Он прям такой холодный, классно. Параллельно мы успокаиваем кожу после разогревающей процедуры. Я уделяю особенное внимание тем местам, где у меня есть пигментация, и легонечко прям на них задерживаюсь. Вот все, таймер сработал. Мы с вами смываем гель и продолжаем наш уход. Ссылочку на свой чудо-гаджет обязательно оставлю в описании. Что у нас дальше? Кожа максимально подготовлена к уходовым процедурам. Она прям сейчас все впитает, все сделает так, как нужно. Все проникнет глубоко. Пилинг. Пилинг от Агафьи. Фикс прайс взяла. АХА и ПХА кислоты для всех типов кожи. Экстракта южной рябины. Сибирская бодяга. Способ применения меня интересует. Ну, наверное, стандартный, но мало ли. Так. На термальной воде. Таежная рябина. Слушайте, вообще, вот какие составы пишет Агафья. Их косметика должна стоить миллионы, честно. Так. Ну, где способ применения-то есть? Вот, нанесите небольшое количество пилинга на влажную, чистую кожу лица. Оставьте на 8-10 минут для воздействия. Затем смойте теплой водой. Используйте тест на чувствительность. Что, прям будет жечь, что ли, на влажную кожу, девчонки? Я чуть смочусь прям. Хорошо, как скажете. Вот такой вот он гелеобразный, непрозрачный, оранжевый. С приятной одушкой. Приятная такая, еле уловимая. Тонким слоем, толстым не написали. В общем, буду как положено. Но если реально работает, то это круто. Что и Агафья теперь еще и пилинги делает. Это вообще прям красота. У Агафьи много годных продуктов. Мне либо вообще не подходит, либо я влюбляюсь в продукт. Как произошло с маской моей любимой, утренней, освежающей. Много-много лет уже использую. Приятная душка, но вот сейчас, когда нос, ближе к носу подхожу, еще какой-то есть такой отголосок. Отголосок больницы, перевязочного кабинета. Нет, ну совсем чуть-чуть. Это какие-то травы. Это какие-то травы, мне кажется, так пахнут. У меня ничего не щипит, слушайте, я навеки нанесу. Тоже их надо почистить. Потому что у меня пока ничего не щипит, не покалывает, вообще ничего. Не знаю, какая тут концентрация. Даже веки не щипит. Пилинг вообще зачем нужен нам? Кислоты для чего нам нужны? Для того, чтобы очищать наши морщины, наши заломы. Для того, чтобы кожа обновлялась, да, и молодела. Для чего? Вот пилинг, для чего, собственно говоря, нужен. И кислоты. На первом месте в составе термальная вода. На втором экстракт таежной рябины. Уже на втором. О, начинает. Но это такое вот пощипывание пошло. Пошла волна. Слушайте, хорошо. На третьем экстракт сибирской бодяги, на четвертом масло семян таежной рябины, дальше не перевели, а глицерин, потом что-то еще,
потом молочная кислота, потом гликолевая кислота, яблочная кислота, витамин В5. Так, пантенол. Еще какая-то штука тоже нам не перевели. Нам самое страшное, наверное, не переводят, да? Салициловая кислота, содиум гидроксид, гликозид, бензит, алкогольчик тут на последнем месте практически. И какие-то еще 5 названий, которых я не знаю. В самом конце. Вот это вот радует. Значит, всего хорошего здесь много. 10 минут буду ходить. Вообще начинает так это. Везде равномерно. Прям так. Не то, что покалывать. А вот как будто немножко жжет. Но все как бы комфортно. Не знаю, конечно, чувствительная кожа как отреагирует. Мне все комфортно, все здорово. Цвет лица сразу такой, смотрите, красивый. Супер. Освежает. Прошло где-то 8 минут, он еще поджигает, так местами поджигает. Слушайте, рабочая лошадка. Сейчас посмотрим на состояние кожи после того, как смоем. Слушайте, интересный продукт, работающий однозначно. Я даже после того, как смыла, ощущаю на лице еще вот это вот покалывание. И, как вы видите, я покраснела. То есть прям как будто даже профессиональный, который требует потом нейтрализации щелочью. Поэтому даже хочется с ватным диском чем-то протереться. До сих пор идет вот это жжение покалывания, хотя хорошо-хорошо прям смыла, вытерла спонжиком, все прям работает. Лицо слегка покраснело, если, допустим, его сравнивать с пилингом Faberlic, да, ну вот то, что нам знакомо, более-менее гораздо мощнее, годный продукт, девчонки, прям рекомендую. Хороший пилинг, работающий, кожа по тактильным ощущениям действительно подверглась воздействиям кислот, то есть она такая подсушенная, будут хорошо подсыхать воспаления, если есть какие-то прыщички и так далее на лице, несовершенства будут подсыхать, она прям такая до скрипа очищенная, вся вычищенная, румяная. Обновление будет, да, рабочий пилинг, девчонки, вообще очень понравился пока. Зачет, могу смело рекомендовать. Вообще дальше хотела распылить свой любимый тоник Океану, артикул 120-20 обновленный, да, но теперь я его на ватный диск нанесу и протру лицо, потому что у меня до сих пор его жжет. Все терпимо, нет, все комфортно, лично у меня ничего такого нету. То есть все комфортно, но реакция еще идет, я это чувствую. Просто у меня был профессиональный пилинг, который потом нужно было нейтрализовать специальным раствором, чтобы он прекратил действие на коже. И вот Агафья прям напоминает профессиональный пилинг. Надо будет еще взять запас, пока никуда не исчез. Сходить фикс. Вот, сейчас как-то покомфортнее прям. Все, прошло. Хорошо, замечательно. Так, кожу протонизировали. Дальше у нас с вами сыворотка. Сыворотку возьму немножко прям совсем корейскую. Сейчас я ей пользуюсь, Farm Stay, на утро, на вечер. У меня с ретинольчиком и витамином С. Так, все, да, реакция прошла, слава богу, все хорошо. Нерабочий пилинг, я прям очень приятно удивлена, Агафья умеет радовать. И дальше, на день, мой самый любимый крем, девчонки, не скажу вам артикул, на банке их нет. Это Global Oxy, не самый любимый, нет, один из самых любимых, скажем так, на день, сейчас именно на осень. Это питательный крем для лица. По-хорошему, в холодное время года, у нас, правда, еще жаркая очень осень, великолепный сентябрь, 27 градусов на день. Но, тем не менее, все равно вот тут холодный ветерочек, чувствуется уже приближение осени, вечером холодно. Я уже использую питательные кремы, питательные, даже жирной коже нужны питательные кремы. Питательные кремы лучше использовать на день, а увлажняющий на ночь. Поэтому я взяла именно его для этой цели. На ночь у меня сейчас будет, идет в заказе, наконец-то на нашем складе появился мой любимый ночной крем куркума, который вообще делает чудеса за ночь с лицом. Просто, просто превращает кожу в бархат и в шелк. Вот так давно не было. И буду чередовать его с ночным отбеливающим. Или ночной отбеливающий, пока добью, а потом уже куркуму волшебно. Крем достаточно легкий, несмотря на то, что он питательный. Вот он даже на начальных этапах не дает никакого жирного блеска абсолютно. То есть чисто такое вот хорошее, качественное питание и, естественно, увлажнение. Личико сразу становится мягеньким. Все отлично. Через 5 минут вообще крем усядется, можно носить макияж. Все здорово, все замечательно. Поэтому прям его обожаю. Давно не брала, давно покупку не повторяла, так как много новинок. Но вот прям не удержалась, хочу его и все. И после грамотного очищения, после того, как действительно кожа подготовлена к нанесению ухода, вот на данный момент я чувствую, что она начинает дышать. Это свойство линейки именно Global Oxygen. Вот средства из этой серии, так же, как из Axiology, гамажек, они
Ну, вот такое ощущение, что сейчас через кожу начал проходить воздух. То есть вот она прям вся дышит. Не знаю, как это объяснить, это надо почувствовать. И это можно почувствовать, конечно же, только тогда, когда вы подготовили кожу. То есть хорошо ее очистили, не иначе. Если она у вас там вся забита, и вы ее не очистили, нанесли крем, во-первых, он никуда не проникнет, вы ничего не почувствуете, и ничего он с вашим личиком не сделает. Да, это обязательно так. Вот и все, мои хорошие, вот такой вот у нас сегодня с вами утренний уход. Приятно порадовал пилинг. Ссылочку на щеточку Ready Skin Octa оставляю, конечно же, в инфобоксе. Всех люблю, целую, всем пока-пока.